в то же время семя Израиля обновилось. Вот как надо рассуждать. Бог положил ему на сердце. А у нас скажут, что начинает дергаться. Считайте, что написано. Запоминайте, где написано. Вот я, когда раньше не имел Библию, я Библию в первый раз увидел 23 года. Вот это вот я бы заучил, ну, я не знаю, за 5 минут, наверное. Прочитал и всем сразу же другим начал свидетельствовать. У меня было рождение свыше и крещение Духом Святым. Бог мгновенно наполнил. А сейчас спрашивают, ты считал? Считал где? Ну, написано, дар Божий, жизнь вечная. Римлянам 6:23, 10 из недель. Ревность должна быть. А какая ревность? Стадион. Называется ристалище. Бегут многие, но награду получают один. Второго, третьего места не было. Один. Итак, Павел говорит, бегите, чтобы получить, зайти на небо. А без этого мы слепые, не знаем как. Так у нас еще сколько написано, добрые люди, смотрите, сколько выдержали. И такой столовый, когда мы едим физически и кормят духовно, поищи в мире. Много найдешь. И о цене этого, вы когда поедете, попытайтесь устроить у себя это. Ну, сколько раз говорю людям, вот вы побыли, вот общину можете построить? Нет. Община никто не мог создать. Вот как она, община есть. А почему? Причин много. Но главная причина – это тот, кто думает, делать это, у него нет ближайшего помощи в священстве. А у меня оказался брат родной священник. Ну, естественно, вот вы сиделись. Вот попробуйте образовать такую библиотеку, но это не сделать. Мы все-таки молитесь, у нас идет завершение подготовка, проповедь Святой Святой Святой. Вот они двое, мы их не видим, они у меня все время работают. Уже предоплату сделали. Предоплата – это не 2 рубля. Это почти 4 миллиона. Ого, как. А денег? У меня денег нет. Для вас. Я так, мы поехали, встаем, встаем, а хлопцы встаем. Ну как, мама, что-то заметно? А? Скорее его. Вы хотите помолиться? Благодарственная молитва из-за стола. Знаете, громко молитесь. Вот эти стороночки. Видно? Да. Все. Спаси, Господи, и помилуй раб своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам молиться. Недостойным молиться. Прости их и помилуй. Помилуй, Господи, всех страждающих, болящих, скорбящих, нищих, сирот, вдов, священство, иночество и всех христиан. Избави их от всякой скорби, гнева, нужды, от всякой болезни, душевной, телесной. Прости им согрешения, вольные и невольные, душам нашим полезные сотвори. Господи, воздай милостью всем, кто заботится о нас, Еленой, Елена Геннадия, который мед продает. Мы всегда поминаем его. Ларису, Николая, Владимира. Воздай им добром и всех, кто что-то жертвует здесь для нас. Спаси их и помилуй. Между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Хвала Тебе за чудный день, что Ты, Господи, совершил намеченное Тобою. Благослови брата Акима, дай ему силу все делать с радостью, с любовью. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос.